Священнику Глебу Грозовскому предъявили обвинение о развращении троих девочек. Его доставили в СИЗО Петербурга, а ранее экстрадировали из Израиля в Россию. Это дело тянется с 2013 года. Тогда родители обвинили Грозовского, что он совратил их дочерей в православном лагере. РПЦ отстранила его от служения. 3 года Грозовский скрывался от правосудия, но теперь придется за все ответить.